Из года в год в эти зимние дни Центр молодежного творчества наполняется атмосферой праздника, шумом и весельем. А все потому, что здесь уже в 17-й раз проходит самый яркий и незабываемый международный рождественский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Мы вместе». Некоторые участники здесь впервые, а другие не только выступали ранее, но и становились победителями. Мы приехали из Минска. Наша команда называется X-Dance. Мы приехали сюда с танцами «Лесенька» и «Пугало» и «Воробьи». Мы очень долго репетировали, и сегодня мы постараемся занять первое место. Мы представляем коллектив «Экзорсис». На этом фестивале мы танцуем российский танец «Белый лебедь» и ирландский «Прогулка по Ирландии». Мы впервые участвуем в этом фестивале и хотелось бы выступить достойно. На этом конкурсе я представляю вторую музыкальную школу города Бреста. Играю на фортепиано, играю украинское произведение. Мне очень интересно поучаствовать, всегда интересно, какие у меня соперники, какое место я займу. В прошлом году я получила лауреат первой степени. С 9 по 12 января индивидуальные исполнители и творческие коллективы выступят перед профессиональным жюри в очном и заочном формате. Всего в фестивале-конкурсе примут участие более 400 ребят. Они будут соревноваться за победу в 4 возрастных категориях и 6 номинациях, таких как инструментальное, танцевальное, театральное, вокальное, цирковое и изобразительное творчество. Наш фестиваль, международный фестиваль детского творчества «Мы вместе», но на самом деле движению этому гораздо больше лет, более 20 лет мы встречаемся. Сначала в рамках творческих встреч между коллективами разных стран, поэтому можно смело говорить, что мы перешагнули рубеж 20-летия. Я думаю, что самая главная задача фестиваля – это детское творчество, это добро. Это умение слышать и слушать друг друга, умение видеть не только себя, но и мир вокруг себя. Поэтому не случайно мы называемся «Мы вместе». Награждение победителей проходило сразу после выступления всех участников каждой из номинаций дня. Фестиваль-конкурс «Мы вместе» – это доказательство того, что творчество не имеет границ. А потому заявки на участие в этот раз подали не только юные таланты из разных уголков Беларуси, но и исполнители и коллективы из Российской Федерации, Сербии, а также Польши. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».